давай, давай. Эх, сейчас проиграю. Давай, 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 давай. Ай, придется заново. Так, 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 так. О, чуть не проиграл. Так, еще чуть-чуть. Нет! Да что это такое? Опять проиграл. Сложный уровень. О, звезды какие красивые! Как сверкают! Класс! Ой, огромный какой-то грузовик едет. И Тиниста, узнаешь, что в нем? Ой, что это там упало такое с грузовика? Надо пойти проверить. Гриш, давай пойдем посмотрим. Там что-то уронили. Наверное, что-то и тенистое. Ну давай. Ух ты, что это такое? Давай проверим, откроем. Ага. Так нельзя же открывать чужие вещи. Но все равно интересно же Да, посмотреть. идти нет, же посмотреть. Нам надо открыть. Не-не-не, надо вернуть хозяину. Но я все равно хочу посмотреть. Ну ладно. Нет, нельзя, Глич. Почему? Нет, нельзя. Эх, все равно посмотрю. Сейчас найдем хозяина. Нет, я хочу посмотреть! Нет! Я хочу! Надо хозяину позвонить. Эй, эй, выпустите меня отсюда! Эй, кто-нибудь меня слышит? Выпустите меня отсюда! Не знаю, как в эту коробку попал, но вылезти хочу! Эй! Ой, мамочки, там кто-то в коробке. Ну, давай поможем ему. Зато я открою. Я победил. Yes. Я за тебя открою. Подожди, дружище. Ну вот, а теперь что нам дальше делать? Помочь ему. А как? Вот тут вот какая-то копеечка, кажется. И вот туда вот ее надо вставить. Вот туда, вот эту туда вот. Тут щельку, вот эту. И мы, наверное, его так спасем. Спасайте побыстрее! Я тут застрял! Ю-ху, помогите! Хорошо, хорошо, только не дергайся! Сейчас я тебя открою. Сейчас я тебе помогу. Вот-вот, мы тебя открыли. Да, только не до конца же, сестричка. Ну да. Поможем тебе скоро, мой друг. Ты будешь моим лучшим другом. И будешь играть со мной вместе. А ты, сестренка, найди себе Он подругу. непослушный. Какая разница? Гриш, ты Что хотя там? бы знаешь, что если это робот Давай или его откроем мальчик? поскорее. Ладно, хорошо. Так, ну что, поможем ему. Так. Это же робот. Это надо так. снять. И это снять. Сейчас мы тебе поможем. Да, давай, поможем моему лучшему другу. Угу. Спасибо, ребят. Фух, не знаю, как я попал в эту коробку. И вообще, в чем ты таком странном одетый? Костюм какой-то на мне. Не помню ничегошеньки. И, ребят, спасибо. Даже теперь не знаю. Ты меня немножко напугал. Привет, спасительница. А ты меня хотела вернуть назад. Непонятно куда. Хозяин, хозяю. Да нет у меня хозяина, я застряла в этой коробке.
Тучи, помогите снять вот этот вот костюм страшный. И тяжелый. Фу, ну и наснимали. Вот это все. Спасибо вам, ребят. Фух, освободили меня. Я не могу вспомнить. Я помню, что я в какую-то компьютерную игру играл, потом в костюм какой-то. Ой, какая ты красивая. Моя спасительница. Привет, друг. Спасибо. Да, мне теперь немножко отдохнуть. И мне кажется, я в компьютерные игры теперь долго не захочу играть. Нет! А как же, я с тобой буду играть? Не отпудешь? Не совсем. А вот ты что любишь делать? Я катаюсь на скейтборде. Отлично, научишь меня? Да. Ты тоже на скейтборд станешь, покатаешься с нами? Эх, ты друг еще называется. Все, в компьютер тянешь. Ну что, пошлите тогда учиться? Идем. Йо-ху. Идем.